Итак, ребят, всем привет. Сегодня у меня очередной выход. Выехал я поздновато. Далеко от дома я надумал не отъезжать. Ну, потому что по времени у меня сегодня напряг. Выехал я в одну деревушку. К сожалению, здесь везде все застраивается. Копать все меньше и меньше остается. Так что сегодня посмотрим, что у нас получится в этой деревушке. Говорить не буду в связи с устранением лишних конкурентов. Ну, в принципе, место выбито. Кто-то, может быть, и узнает из местных его. Так что, если находки будут, а если вы это видео увидите, значит, у меня что-то есть. Сегодня копаем его вдвоем. Познакомились мы с Анатолием и приехали вдвоем вот на такое вот местечко. В принципе, болтать много не буду. Вперед, жара у нас жарко очень, тельняшку пришлось мне снять, очень жарко, уже за 20, просто лето, небольшой ветер, если что-то, извините. Ну и все, пойдем, вступление сделали, теперь осталось что-нибудь выкопать. Смотрим, не переключаемся. Итак, ребят, хожу я возле вот такой дымовой ямы, ветер поднялся, был у меня сигнал, и выпал вот такой вот замочек. Сейчас вместе посмотрим. Ой, какой красивый. Не знаю, не разобрать, что за надпись на нем. Но вот такой вот красивый замочек. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, очередная находка. Находка, к сожалению, утратила свою былую славу. Это у нас бубенец. Наверное, от тройки в свое время украшали такими бубенцами упряжи. Ну ладно, заберем для коллекции. И продолжаем ходить по полю, поэтому вон там какая-то часовня стоит, но это новодел. И вот ходим вот по этому полю, пока здесь травки нету, решили воспользоваться. Итак, ребят, наконец-то у меня монета. Сейчас вместе с вами будем доставать ее и смотреть, что это у нас. Так, это царик, хорошо. Сохранчик вообще классный, смотрите. 1872 год. Это у нас Александр Первый вроде. Так, что у нас? Так, ну, с другой стороны тоже. В принципе, бодренько. Зачетная монета. Забираем. Ну все, идем, продолжаем. Красотища. Ну и жарище. Смотрим. Итак, ребят, у меня очередной монетос. Маленький, конечно, но сейчас посмотрим, что это у нас. Так, это у нас царь. И номиналом 1 копейка. 1 копейка. Годик 1912. Сохран, в принципе, бодрый. С другой стороны, что у нас? Ну, с другой стороны, тоже неплохой. В принципе, зачетный. Ладно. Продолжаем. Собирал я еще конинку, но не снимал. Вон там он. Толян гуляет. Так, где он, где он, где он? Блин, спрятался в дубовой роще там. Наковырял он тоже советиков. Но без царей. Какой-то, не пойми, у него хрен пойми, какой у него прибор непонятный. Я такой прибор вообще первый раз вижу и слышу. Но, может быть, я еще обострю свое внимание. Повторюсь, я ехал на коп и увидел
Chevy Niva стоит, но там сразу догадался, что у нас грибов пока нету, значит, кто-то из комрадов. Подъехал, познакомился, и оказалось действительно. И говорю, поехали туда-то, сейчас мы тут-то и немножко копаем. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, у меня очередная находка. На находку я уже доставал. Потер ее немножко, из любопытства прям раздирала. Но в основном так есть, вот такая вот она. Что это, я понять не могу. Возможно, это кокарда школьника или что-то в этом роде. Но я такую еще не встречал. В интернете я еще не видел таких вот кокард. Сзади даже имеется ушко для крепления на шапке. Возможно, это школьник. Интересная такая находка. Ладно, ладно, продолжаем. Итак, напоследок монета у меня. Я видел, что это монета. Ну вот она лежит. Сейчас смотрим, что это у нас за монета. Это у нас капуста. Или курица. Или царица полей. Или же в простонародье 2 копейки. Ой, какая она ужасная. Сохрана вообще никакого нет. Как калик. С другой стороны, еще более-менее, даже разглядеть год можно. 1817. Да. Ладно. На этом и все. Последняя находка. Будем делать обзор. Кофе, чай и домой. Ну, а по находкам у меня получилось вот так вот. Начну со шмурдяка. Вот такая фиговина непонятная. Сначала думал, что какая-то гильза, но нет. Это не капсуль. Это у нас непонятного рода. Что это такое? Имеется вот здесь вот отверстие. Кто знает, подскажите. Здесь вот кайма веревочная. Гильзу выкапывал несколько штук, но вот эту вот решил взять из-за того, что у меня такой нету. Как вы видите, донышко довольно-таки интересное. Вот, я так понимаю, это, наверное, царского времени гильза. Так, что? Вот такой вот замочек. Вы, в принципе, видали, я его вам показывал. Здесь надпись непонятная, что. Но вот такой зачетный, он латунный у нас. Красиво, есть и братья Челинь. В общем, их много. Они работали при царе. Вот такое количество конины. Я вам не показывал, не снимал. Зачем? Ничего особенного. Затем вот такая вот штуковина. Кокарда, я так понимаю, школьника. Если кто знает, подскажите. Вот такая старинная пуговка. Огромная пуговица с ушком. По монетам вот так вот. Копеечка советская. Царская копеечка. Довольно-таки в таком бодром состоянии. 1912 года. И Николай последний. И вот такая вот двушечка. Тоже неплохого такого сохрана. Это у нас Александр Первый. ЕМ. Ну и все. Сейчас прощаемся и домой. Итак, ребят, буду заканчивать свой видеообзор, видеокоп. Ну, в принципе, сегодня покопали так, среднячок, с находками не особо, но все же есть. Все вы видели. Конечно, хотелось бы и лучше. Ну, копали мы всего-навсего пару часов. Поздно выехали, дома сидеть неохота.
и решили прогуляться по старым битым местам. Да, действительно, битое место, здесь больше делать нечего. Я еще в том году говорил, что смысл сюда ездить больше нет. Подняли мы сегодня несколько монет, шмурдяка, довольно-таки такого шурум-бурум интересного. Ну и все, находки вы видели, надеюсь, у всех так, ничего особенного. Ну все, на этом и пока, счастливо, смотрите, подписывайтесь, комментируйте, отвечу всем, пока.